На улице весна, и в Киев начали приезжать туристы. Их можно встретить на центральных площадях, к примеру, на Майдане Независимости. Центральный фонтан начинает подавать какие-то признаки жизни, но полностью он все еще не работает. Один из шести фонтанов работает уже сегодня, остальные выключены. Когда начинали накрывать здание профсоюзов тканью, я рассчитывал, что здесь будет размещаться символика Евровидения 2017. Как казалось, внешний фасад будет закрыт цепью. В центре наконец-то начала появляться реклама, зазывающая покупать билеты на дневные шоу. Совершенно неожиданно я узнал, что в украинском доме проходит неделя китайской культуры.